Здравствуйте, я дизайнер, и я вам сейчас хочу показать, как можно просто улучшить свои фотографии. Иногда бывает, что фотоснимки у вас получаются пересвеченными, либо слишком темными. Можно попробовать исправить вот эти все, казалось бы, испорченные снимки путем небольшой коррекции уровней. Также это можно исправить с помощью фильтров яркости и контрастности. Также очень важно сделать цветовой баланс правильным, чтобы картинки были сочнее и с правильными цветами. Color balance, вот он. Тени. Так. 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 Это у нас так было, вот так. А это мы поправили немножко. Картинка приобрела теплый оттенок. Было и стало. Программу для обработки фотографий можно использовать любую. Главное, чтобы у нее были фильтры коррекции уровней и хотя бы на минимальном уровне цветокоррекция, то есть контроль по цветам. Надеюсь, я вам помог.